Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум или же Александр, и мы вместе с вами продолжаем играть в очень странную игру про двух братьев, которая называется Струглинг. Как вы видите, братья эти немножечко срослись, и получился вот такой то ли мутант, то ли полузародыш, в общем, очень-очень что-то странное. Если вам... Да поднимайся же ты! Если вам понравится эта игра... Или вы захотите меня поддержать, вы можете это сделать с помощью лайков. Ну а я постараюсь подняться наверх. Да, это немного сложно. И еще интересно, что многие в комментах начали почему-то сравнивать эту игру с Кэрионом. Ну да, наверное, у них какие-то общие моменты все-таки есть. Но очевидно, что это не плагиат. Давай, цепляйся. Так как игра вышла практически сразу после Кэриона, и за такой короткий промежуток времени... Ее просто вряд ли бы успели разработать, я думаю. Ну, да, общее есть. К тому же в Кэрионе ты охотник, а вот здесь, в этой игре, ты жертва. Здесь приходится страдать и страдать много, как, например, вот сейчас. Кое-как еле поднялся, и куда двигать дальше? Два глаза и рот. И что прикажете делать? Я могу, конечно, зацепиться, как бы я вот тут. Ха, интересно, а куда действительно идти дальше? На потолок я больше залезть никуда не могу. Может, где-то проход тут должен быть? Может, я его просто пропустил? Странно. Опа. Есть труба. Если попробовать в эту трубу залезть. Ну, наверное, я уже не смогу схватиться. Схватился. Удалось. Странно. Давайте будем подниматься до трубы. Это единственное место, куда, наверное, можно залезть. Либо вот в эту вентиляцию. Так, я... Да, действительно, надо было ползти в вентиляцию. Безупречная вентиляционная система, лаборатория 5. Здесь уже виднеются трупы людей. Если раньше кругом валялись пьяные люди, то здесь валяются люди уже мертвые. И это страшно. Какие еще мутанты вырвались из лаборатории? С какими еще мутантами нам придется столкнуться здесь? Ой, чувак, ты... Ай! Чувак, это крысы тебя забрали или что? Я тоже хочу туда. А я смогу туда забраться? Я не знаю. Я пытаюсь. Но что-то не получается, оторвался. Давайте залезем. Это интересная труба, зацепился. Вроде... Нет, я не могу зацепиться, там просто негде больше... Ага, есть, но нихера не видно, друзья. Как? Я боюсь отцепиться. Где я вообще нахожусь? Ладно, что-то мне это не нравится, затея. Давайте поползем просто дальше. А-а-а! Не кусай, крыса! Черт, они меня пытаются съесть! Я должен есть вас, крысы! Выброси ее, выброси, нахер, крыс! Да не прыгай! Пошла вон! Блин, стрёмно, я тоже так кричу! Схвати ее, схвати! Выбрось! А-а-а! Почему я не такой вкусный? Я же выгляжу мерзко! Фух, благо крысы проваливаются сквозь текстурки, и можно их выбрасывать. Так, крыса, не вздумай подходить! Ладно. Схватить крысу, нахер ее. Еще одну крысу надо поймать. Она сама прыгнула немного не туда. Да сколько вас тут? Так, мне надо ползти наверх, либо дальше по вентиляции. Стой, малышка. Так, ползти вверх. Ну давайте попробуем вверх сползать. Здесь хотя бы видно что-то, и можно будет как-то подниматься. Давай, поднимай руку, мерзавец, монстр-мутант, поднимай руку. Почему ты этого не делаешь? Вот. Вот-вот-вот, зацепился, отлично. Другое дело. В такие отверстия довольно проблематично залазить. Крыска, я тут. Привет. Ой. А! Отцепилась. Так, смогу ли я туда запихнуть себя как-то? Попробую. Да, я тут. У крысы 10 тысяч глаз. И еще одна мутант-крыса. Нафиг. Мне такое счастье. 10 раз пожалел, что я сюда залез. Это кормушка для крыс. И все это было проделано ради Вантуза? Ну, я типа могу его, наверное, на голову одеть, но... Как? У меня рука не пролазит. Не получится. Что за шепот? Так, ладно, мы тогда Вантуз столкнем вниз. И сам попробую туда же провалиться. Возможно, теперь его можно... Поднять. Да, даже ачивку какую-то дали. Здорово, крысы меня не видят. Поэтому надо этим воспользоваться и срочно ползти дальше. Так. Как быть? Аккуратно. Подтягиваемся. Надо было сильнее качать руки. Нету руку. Надо было сильнее качать руки, чтобы такие места проходить. Тише едешь.
Дальше доползешь. Ага. Не кричи, не кричи. Да, ладно, придется назад немного. Мне бы перевернуться как-то. И как-то вот так вот ручку аккуратненько протолкнуть. Вот так, да. Примерно вот так. Я и хотел, сделал, не падай. Так, хорошо, попытка номер хрен знает какая. У меня руки запутались. Где одна рука, где вторая? Они реально запутались, давайте. Вот, другое дело. Крысы еще возвращаются, их становится все больше и больше. А-а-а! Подходи, 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 я поймаю тебя. Эх, почти получилось, но теперь-то я смогу точно добраться до нужного места. Вот таким образом, нехитрым. Ах, ладно, буду пытаться быстрее двигаться, иначе я никогда в жизни... Зато пролез, друзья! Зато пролез! Зато пролез! Аккуратно, зато пролез. Аккуратно. 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 Пошла в жопу, мерзкая тварь. Фух. Так, можно теперь немного перевести дух, отдохнуть и посмотреть, куда вообще наше существо пытается добраться, чего оно добивается. Давай, давай, прыгай. Что это за место? Ха, прямо в чекпоинт. Не, ну так неплохо, нормально. Что у меня с лицом? Что с лицом? Меня побили, что ли? Похоже, меня немножечко избили. Зачем вы поставили мне фингал? Я и так страдаю. Вам мало моих страданий, и вы хотите, чтобы их было еще больше. Ну хорошо, я вам отомщу когда-нибудь. Так, смогу ли я тут забраться? Но по идее, должен смочь. Давай. Вы... Она сама отвалилась. Я даже ничего не делал, просто рука решила отвалиться. Хе. Ловко, 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 ловко. Поймал. Ползем. Ползем. Ползем, ползем. Ручку сюда. Ручку. Вот так. Теперь вот эту. Вот так. Фух, так. Черт, это стрёмно, и похоже, если я хотя бы кончиком своего мерзкого тела дотронусь до одной из этих мышек прекрасных и милых, они меня утащат вниз и сгрызут заживо. Есть только один путь. Путь боли и страдания. Какой ужас! Давай, давай, руку, руку, пока не отгрызли ее. Фух. Да, это было очень жутко. Нет! Нет! Быстрее, быстрее, быстрее! Быстрее, в этот раз я буду действовать быстро. Катись, 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 катись! Давай! Не та рука! Цепляйся хоть где-нибудь! Цепляйся, отцепляйся, цепляйся! Чуть-чуть остается, чуть-чуть! Чуть-чуть, буквально самую капелюсечку не хватило. Так, не факт, что у меня так же хорошо получится в этот раз. Не та рука. Катись, 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 у нас будет фора. Давай. Давай же! Пожалуйста, отцепись! Сволочь, что ж ты руками-то не двигаешь-то своими? Быстрее, быстрее. Не цепляйся, не цепляйся. Зачем я цеплялся? Давай, давай, давай. Давай, давай. Давай, руку, руку, руку. Поехали. Катись, 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 катись. Вроде сильно оторвались. Ух, вроде сильно оторвался. Да, я выжил, друзья. Я выжил, я буду жить. Черт, нет. Я не буду жить, крысы бесконечные. Крысы без... Поднимай. Поднимай свои конечности. Давай. Что дальше, что дальше? Ну почему сейчас-то? Так, хорошо, время есть. Время есть.
Да? Я ж нажимаю кнопки! Куда? Давай, 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 ну подними эту руку! Почему ты ее не двигаешь? Ну цепляйся! Ну поднимай! Когда разработчики говорили, что используя клавомышку я буду страдать, я сразу не поверил, но сейчас в этом убедился. Кое-как с потом, болью и кровью удалось пройти океан крыс, и оказался я где-то внизу, в какой-то... на какой-то свалке радиоактивных отходов. И мне интересно, какого черта такое количество... Ага, здесь ты так просто не пройдешь. Какого черта в лаборатории так много мутировавших крыс, и почему они все так жадны до человеческой плоти? Или мою плоть нельзя назвать человеческой? Но тем не менее, все они хотят немножечко откусить мяса от меня. Эй, и что ты, игра, мне предлагаешь сделать? Я должен как-то поднять свои конечности, схватиться за рычаг... Ну окей, допустим, я вот сюда эту штуку передвину, но этого недостаточно. Надо двигать ее еще ближе, вот сюда, грубо говоря. Ну и, например, я за нее зацеплюсь, и что делать дальше? Так, у нас тут есть еще какие-то кнопки. Давайте... Нет! Не туда, не туда, не туда, немножечко... Ну, двигай. Немножечко, немножечко не туда все это дело. Не вываливайся! Надо залазить обратно. Угу, мы здесь. Мы тут и... Давай. Левее. Достаточно. Теперь надо бы как-то перебраться наверх. Вот здесь. Ну, допустим, мы эту штуку опустили. Я могу еще кнопку нажать. Если, конечно, получится. Пока не особо получается. Дотягивайся до этой кнопки, дружище. Мы нажмем ее с тобой. Ну вот я нажал кнопку. Включается магнит. Я, похоже, понял, друзья. Надо сделать так. Да, не так. Совсем не так. Надо подвинуть максимально сюда. Это что, максимум разве? Давай вот сюда. Угу, не получится. И вот я уселся в это кресло как настоящий инженер. И теперь я понимаю, что на самом деле нужно было делать. Оказывается, этот магнит необходимо продвинуть максимально направо. И теперь с помощью него я смогу достать вот эти металлические запчасти, этот хлам, и поместить его в кислоту. И потом через кислоту перебраться. Давайте попробуем, получится у меня или нет, я не знаю, это сложно, но я попытаюсь. Так, левая рука у меня... правая, правая рука у меня левая. Ну, все перемешалось. Для начала, что я должен сделать? Я для начала должен опустить магнит, хотя нет. На самом деле нет. Я сперва должен его подвинуть вот куда-то сюда. Даже, может быть, еще немножечко достаточно. Далее, мы его опускаем. Опускаем вниз, давай, и активируем магнит. Ну, в принципе, эй, активируйся. В принципе, нормалды, не той рукой, дружище, не той рукой. Нам сейчас нужна вот эта рука. Поднимай и ее куда-то как-то вот сюда. Только стоп, я все понял. В качестве одного из трамплинов мы будем использовать как раз-таки магнит. И получится полностью преодолеть это гребаное препятствие. Сейчас главное сделать все четенько и просто отключить его. Большего от меня и не требуется. Отлично, хе-хе, проход разблокирован. Теперь опять нужно магнит схватить и его... Нет, дружище, давай направо двигай, не хочешь? Давай тогда так. Ага, вот так. Медленно, но верно, мы продвинем его направо. Торопиться нам некуда, я и так страдаю, страдания никуда от меня не убегут. Так, а хватит ли мне, друзья, вот этой запчасти, чтобы перебраться через огромную кислотную пропасть? Это на самом деле вопрос, интересующий меня очень сильно. Давайте активируем магнит. Активировать магнит, друг. Активируй магнит, большего не требуется, пожалуйста. Ну нажми кнопку. Да, во, готово, магнит активирован. Получится ли? Тащи, 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 тащи. Немного застряло, но это ерунда. Достаточно. Так, не мешало бы эту бандурину как-то развернуть. А получится ли это сделать? Ну да, мы ее сейчас уроним просто таким вот образом. И опять же нужно чуточку левее подвинуть ее. Эх, нажатие кнопки.
Давай. Нажми кнопку. Готово. Во! Шикарно, друзья, просто великолепно. Теперь главное ничего не двигать, а просто оба. Ха-ха! Класс, получается. Зашибись, все. Эту руку я вообще использовать больше не буду, пускай лежит где-то внизу. Нам остается только подвинуть магнит на одну из пропастей. На самую последнюю. Такс. Вот так. Блин, если у меня получится, я буду мега счастлив. Готово, достаточно. Но перепрыгнуть, блин, будет очень сложно. Надо бы опустить механизм, тогда все будет классно. Просто опустить чуточку. Еще может быть, и еще чуть-чуть. Больше не опускается, да, это максимум. Ладно, вырубаем механизм и пробуем. Да! Почему я это сделал? Вырубил механизм. Опустил. Хорошо. Вот так. Фух, главная задача — выбраться отсюда. Блин, недостаточно, да, наверное? Чуточку еще правее. Чуточку правее. Вот так. Теперь главное отсюда выбраться. Схватился за пол и выбрался. Все, настоящие чудеса. Боли, страдания основные, я надеюсь, уже позади. Ах, перемещаемся быстро, перемещаемся четенько. Хватайся. Опа. Опа, не плачь, не ной, мы с тобой практически прошли кислоту, мистер Мутант Троя. А ты начинаешь плакать в такой неподходящий момент. Не знаю, получится ли через магнит перепрыгнуть. Ой, и здесь даже проблемка, ать. Оба, проблемки нет. Вопрос, а как мне дотянуться до этого магнита? Надо как-то подпрыгнуть, а это, блин, нифига не просто. Так, надо бы, может, разгон какой-то взять. Или как-то... Подожди, давай сперва назад. Так. Оп! Угу, конечно, конечно, не получилось. Ха-ха-ха, друзья, короче, я поменял местами последнюю запчасть и магнит. И в итоге у меня все получилось, потому что в первой пропасти почему-то за магнит зацепиться гораздо проще. Но это уже не важно, важно в том, что мы можем двигаться дальше. Ура, вниз! В еще одну пропасть, которая ведет неизвестно куда и неизвестно кому. Что же я там могу увидеть страшного? Много глаз, много крыс, много ловушек, не знаю. А может быть, мы вообще выберемся из лаборатории, было бы очень кстати. Эй, чувак, не бейся, ты и так вечно покалеченный. Опачки, шахты ошибок. А почему шахты ошибок? Что такие за ошибки-то тут имеются? Ну давайте на них посмотрим, ну ползи. Иногда вот реально не хватает просто чуть-чуть силы этих мышц. Самую-самую капельку. Были бы руки чуточку посильнее. Вроде как в игре будут еще какие-то апгрейды, но когда и какие? Пока совершенно непонятно. Поэтому приходится ползать просто по потолку. Кстати, это гораздо удобнее, чем ползать по земле. Заметили, да? Получается, ну, реально лучше. Ха-ха. Цепляйся. И тут зацепился, и даже здесь, и еще маленечко тут. Ну, это должно было быть испытанием, мне кажется, вот этот отрезок пути. Но он не такой уж и сложный. Хотя, что-то я, наверное, погорячился, когда говорил, что не такой уж он и сложный. Эй, вы... Оп, хорош. Эпа. Опа. Ха-ха-ха, перекрутились великолепно. Но здесь будет просто сползти. Эй, чувак, ну прости. Ну прости! И я сам туда свалился, надо было хвататься. Так, я снова тут. И у меня есть даже план, как это место можно пройти. В общем-то, довольно просто. Главное зацепиться вот туточки. И все. Вот тебе и кислота. Ничего страшного, по сути. А вот дальше, не знаю, ползти наверх, либо идти понизу. И то место очень привлекательное. Ну давайте уже, раз я заполз наверх, попробую проползти... Ага, здесь никак не проползешь, только если очень быстро. И если я не успею этого сделать, кислота меня полностью зальет и придется заново, блин, это место преодолевать. Поэтому давайте-ка я, пожалуй, спущусь и попробую потыкаться где-то внизу. Эй, знак, не мешай мне. Просто, возможно, сверху нет ничего, кроме, ну, например, какой-нибудь очередной шляпы, которая мне, ну, не сказать, что сильно нужна. Я просто хочу пройти... Там даже шляпы не было. Там даже шляпы не было, так а нафига тогда вообще туда было идти? Я не знаю. Ладно, забрались наверх, уже здорово.
Опа, чекпоинт, его не хватало, давненько его не было, и... Одно подтягивание, и он будет у меня уже, или я буду в нем. Ах, хорош, ну а теперь можно поставить... не падай, не падай, эксперименты с кислотой. Но опять же, если в этом смысл, можно попытаться захватить рукой вот этот знак. Но я не дотягиваюсь маленько, самую-самую малость. Не получается? И вот так, ха-ха, да. Зато не пришлось по потолку ползти, уже хорошо. Так, а где еще живые люди и что делал тут этот чувак, который немножечко утонул? Конечно же, не по моей вине. Полз... Давай, давай. О, все хорошо, братан, все хорошо. Ты жив-здоров. Поднимайся. Кислота. Кислота. Ай, рука отвалилась. Стой, придется ждать, поползли. Ах, перепрыгнули. Не такая уж и страшная кислота, как ее малюют. Вот что я думаю. Зацепиться бы теперь вот тут. Ага, я уже наверху. Кислота, тебе до меня не добраться. Я сам до тебя доберусь. Ботинок, ботинок. Ну, ботинок по-любому нужен, друзья. Без ботинка вообще никак. Стоп. Ага, а теперь надо выбраться отсюда. Получится ли? Да, получилось. Окей. Кисло... Фу, так кислота еще и не сразу убивает. Значит, можно какое-то время под ней находиться. Ничего в этом плохого нет. Ага, рука минус сразу была. Так. Ждем кислоту, потом просто раскачиваемся и пролетаем. Быстрей. Угу. Немного, немного пострадал. Цепляйся. Так, с хпшечки остается. Блин, очень мало. Да ты что, так далеко меня забросили? Я еще без этого остался, без башмака. Блин, обидно. Ну как без башмака жить-то? Без башмака жизнь не мила. Цепляйся. Цепляйся. Ты не пострадаешь, друган, ты не пострадаешь. С тобой все будет отлично. Мы здесь с тобой прокатимся, и просто все будет замечательно. Ползи. Он даже ползти уже теперь не хочет вперед, потому что ему страшно, как и мне. А, ладно, друзья, давайте на этом пока остановимся. Немного я настрадался уже на сегодня. Продолжим, может быть, в следующий раз. Надеюсь, вам понравилось. До новых встреч, всем удачи, пока. Будьте счастливы.